Первую отечественную вакцину сегодня в Сочи приняла начальник управления здравоохранения города. Марина Вартазарян подчеркивает, вакцина-профилактика – лучшее средство защиты. Именно вакцинация делает организм менее восприимчивым к вирусу. Я бы, конечно, хотела заметить, почему именно в сентябре мы начинаем эту прививочную кампанию. Потому что иммунитет вырабатывается в течение некоторого количества времени. И для того, чтобы зимой уже иметь высокий уровень иммунного ответа на возможные вирусы, которые, в принципе, поймать человек может в любом абсолютном месте, в магазине, в очереди, в лифте. Не так давно в вакцинации принимало участие всего 36% сочинцев. Но с каждым годом цифра привитых увеличивается. Таким образом, в этом сезоне в местных поликлиниках планируют привить более 200 тысяч человек. Несмотря на все ажитированные такие моменты вокруг прошлогодней ситуации со свиным гриппом, в принципе, вся ситуация, эпид-ситуация в городе у нас была управляемая, контролируемая. И я надеюсь, что в этом году у нас будет она еще более управляемой. Сочинские медики, как и положено, прививаются перед каждым эпидсезоном. Ведь именно с такой периодичностью и мутирует вирус гриппа. Прививаемся ежегодно. Осложнений нет. Собственным примером показываем пациентам, что это необходимо, безопасно. Рекомендуется и детям, и подросткам, и взрослым. Беременным можно прививаться. Старт дан. Прививка от гриппа доступна во всех поликлиниках города. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.